Песчаный карьер для промышленных целей. Не самая чистая территория и место поплавать для отчаянных смельчаков. Согласитесь, картина не живописная. Но это в прошлом. Апгрейд в 2016-м позволил превратить захудалое местечко в современный туристический комплекс. Не прошло и года, как его признали лучшим в стране. 2020-й. И вновь повторение успеха. Мы очень рады, что на таком высоком уровне оценили наши старания. Будем только развиваться, расширяться. Делать все для людей. Наше место – мультибаза для отдыха. На небольшой территории детский пляж, почти 200 шезлонгов, беседки, бар с прохладительными напитками. Заполняемость комплекса в летний период – до 1000 посетителей за день. Для любителей активного отдыха обустроена волейбольная площадка, батут и даже боксерская груша. Руководство туркомплекса признается – это не предел. В перспективе – летнее кафе с живой музыкой, аквафитнес и работа аниматоров для детей. Поставить домики для отдыха населения в плане сутки можно будет отдыхать. Где-то рыбаки приедут, переночуют. Вот. Они будут с утеплением, там, возможно, какой-то камин будет стоять. То есть, может быть, даже какой-то большой дом построим, типа усадьбы, там, караоке, там еще что-то. Окончание летнего периода не время отдыхать, резюмирует директор. Уже сейчас пора готовиться к новому сезону. Максим Кембель, Максим Галионко, Бобруйск 360.